Еще не зазря. Вот, друзья, это вот ворота 54. Вот обмен валюты. Вот, ну я, наверное, в Москве сделаю обмалют. Или в Сингапуре. Буду 2 часа гулять. То я сейчас уже устала. И что-то не до валюты. Фух. Стояла 2 часа в этой очереди на регистрацию. Так, где же мои 57-е ворота? Фух. А там, по-моему, 58-е, что ли, же. 63-й, что-то. Иду, иду, друзья. Да вон она, кстати, то и нет никого. Обмен валюты, а там нет. Если бы я даже сильно захотела валюту обменять, там еще и нет никого. Вот здесь, по-моему, должны быть 55-й. Вон там 55-е ворота. Фух. А вот здесь уже какие? А вон 57 вижу. Вижу, друзья, вижу. Фух. Я мокрая. Я же еще в шубе в этой. Кондиционер работает. Ну, может, и здесь и нормально без шубы. О. Хотела тележку взять, друзья. $4. Ни хрена себе тележка. Вот скажите мне, пожалуйста, зачем я буду $4 с собой брать? Ну, монетки, естественно. Нет, думаю я. Фух, все, я опаздываю. Хорошо бы побежать, а я не умею. 55-57, вот они сидят, мои. А, пассажиры никого еще не пускали. Фух, ну вот, все, друзья, я здесь. Выключаюсь пока. Нет, сейчас подойдем к окошку, давайте. Посмотрим. Вот по той дороге мы много раз ездили на машине. И не на машине. На самокате я по ней ездила. Вот. Самолетика я своего не вижу, но мы его издалека видели. Ой. Садимся здесь. Все.